Телеканал КРТ представляє. Мой президент, в День мира я обращаюсь к вам с призывом сделать все возможное для остановки войны на Донбассе. В 11 лет от взрыва снаряда я потерял младшего брата и 3 конечности. Я на своем примере знаю, что самая горькая боль – это боль детей. Бог нас создал целыми и здоровыми, а взрослые люди изуродовали наши тела. Я прошу вас использовать все президентские возможности для остановки войны от имени людей со сломленной судьбой, от имени матерей, потерявших своих детей. Никакая политическая цель не стоит детских слез, тем более детских смертей. Вы молодой и сильный, покажите миру ваши человеческие качества. Вы же это можете сделать. Миллионы людей поддержат вас в стремлении к миру.